Привет! Меня зовут Александра Сурмина, и сегодня я была приглашенным гостем на мероприятие у Анжелики. Анжелика – психолог, коуч, и собрала девчонок во едином кругу для того, чтобы рассказывать им свои психологические штучки. Я же, в свою очередь, почерпнув много что для себя интересного, говорила о своей теме, о диетологии, о вредных и не очень продуктах, о тех продуктах, которые способствуют продолжению нашей молодости. Много что здоровского и интересного мы отсюда унесем с собой. Что хочу сказать, что любовь к себе начинается с осознанного понимания, что мы едим, кем мы себя окружаем, где мы находимся, как мы проводим свое время, чему мы обучаемся. И токсичными бывают не только продукты, но и люди, которыми мы себя окружаем. Спасибо, Анжелике, за то, что пригласила. Было весело, было здорово. Мне очень понравились девчонки, искренне и позитивно.